Компания Amazone Werke – немецкое предприятие, которое уже 137 лет производит сельскохозяйственную технику. Наша компания известна качеством и инновациями в области посевной техники, обработки почвы, защиты растений, техники внесения удобрений и коммунальной техники. Эти машины продаются и поддерживаются во всех сельскохозяйственных регионах мира. ТО «Amazone», как дочерняя компания и официальный представитель «Amazone Werke», уже 10 лет успешно поставляет в Казахстан прицепные и самоходные сельскохозяйственные машины. Техника для внесения удобрения. Компания ТО «Amazone» предлагает вам экономичное и эффективное распределение удобрений без лишних затрат, с точным внесением, с высоким качеством техники, наилучшим сервисом, а также гарантию на технику от производителя. Предлагаем вам широкий выбор распределителей минеральных удобрений, начиная от навесных и заканчивая прицепными агрегатами для внесения удобрений или посевного материала. Ширина захвата агрегатов от 10 до 54 метров в зависимости от комплектации. Агрегат очень удобен в использовании, а также прост в обучении. Непременно наша компания будет сопровождать вас в обучении техники, а также в ее эксплуатации. Техника для защиты растений. Урожайность сельскохозяйственных культур напрямую зависит от состояния здоровья самих растений. Успешно бороться с вредителями и болезнями помогают опрыскиватели, облегчающие процесс применения химических средств и биопрепаратов. Классификацию опрыскивателей можно провести по нескольким параметрам. Первый очевидный критерий, по которому стоит выбрать опрыскиватель – объем бака. В зависимости от площади применения различают. Навесные. Например, компактный навесной опрыскиватель UF с объемом бака 900 и 1200 литров отличается легкой и прочной конструкцией. Со штангами Q+, Super S1 и Super S2 с шириной захвата от 12 до 24 метров опрыскиватель UF является собой очень мощную машину. Прицепной опрыскиватель UG с объемом бака 2200 и 3000 литров отличается прочностью конструкции и удобством в использовании. Со штангами Super S2 или на выбор Super L1 с шириной захвата от 15 до 28 метров опрыскиватель UG является собой очень мощную машину. Самоходные опрыскиватели. Самоходный опрыскиватель Pantera 4503 имеет объем бака 4500 литров и предлагается со штангами шириной от 21 до 40 метров. Серийная бесступенчатая регулировка ширины колеи позволяет считать «Пантера» универсальной машиной, особенно при межхозяйственном пользовании. Наличие различных вариантов шасси «Пантера», «Пантера W» и «Пантера H» способствует выполнению самых разных требований. Обработка почвы. Компактные дисковые бороны, культиваторы, плуг и уплотняющий каток, ротационная борона, задний бункер, полевой каток. Посевная техника. Современное оборудование и техника имеют большое значение для сельскохозяйственной отрасли, ведь от того, насколько быстро, слаженно и качественно функционируют сельскохозяйственные машины, зависит их эффективность, а значит и урожайность на полях. Сельскохозяйственная посевная техника – это хороший помощник в проведении весенних посевных мероприятий. С помощью функциональных агрегатов закладка семян в грунт происходит качественно и быстро, а урожайность культурных растений возрастает. Применяемая для традиционного мульчированного и прямого посева, навесная сеялка точного высева ED отличается высокой точностью укладки семян. В комбинации с задним или фронтальным бункером для внесения удобрений и с шириной захвата от 4,5 до 6 метров, сеялка ED представляет собой очень действенную машину. Применяемая для традиционного мульчированного и прямого посева сеялка точного высева прицея отличается особенно высокой точностью укладки семян, высокой действенностью и комфортным пользованием. Идеальное разделение семян и дозирование удобрений при рабочей скорости до 15 км в час. Различные концепции рамы обеспечивают максимальную гибкость.
Механические посевные комбинации D9 и AD символизируют бескомпромиссное качество и надежность, как ни одна другая сеялка на рынке. Будь то навесная сеялка D9 шириной захвата от 2,5 метров до 4 метров или насадная сеялка AD шириной захвата 3 метра. Для каждого хозяйства предлагается подходящая сеялка для традиционного и мульчированного посева. Высококлассная предпосевная подготовка и точная укладка посевного материала до сих пор подтверждают свое качество при работе с проверенными на практике успешными моделями D9 и AD. Прицепная сеялка «Цитан» благодаря легкости хода и ширине захвата от 8 метров до 15 метров позволяет достичь очень высокой производительности. С объемом бункера 4600 литров и 7800 литров «Цитан» обеспечивает невероятную действенность, в особенности при использовании на крупных площадях в сжатые сроки посева. Сеялки «Цитан Си» шириной захвата 12 метров и 15 метров серийно оснащены трехсекционным напорным бункером, с помощью которого можно дополнительно вносить удобрения в посевную борозду.